мир охватило новогоднее безумие. В разных странах проходят массовые костюмированные забеги. В кроссе японских Санта-Клаусов участвовали даже дети и собаки. А новосибирские Деды Морозы устроили настоящую тусовку моржей. В столице Испании Санты оседлали мотоциклы. Во Франции и Бразилии они вооружились аквалангами и забрались под воду. В Израиле одному Санта-Клаусу удалось освоить сабборд. А другой привез елки и праздничное настроение на верблюде. Гватемальский Санта, который обычно работает пожарным, спустился к детям с высоченного моста на веревке. Ставь лайк, если только что появилось новогоднее настроение.